Ребят, перед началом видео у меня просто заболело горло, поэтому простите за такой голос. Ну а так, всем приятного просмотра и удачи. И всем привет, с вами Тофи, ребят. И сегодня у нас новая рубрика под названием «Челленджи». Поэтому, ребят, ну а мы начинаем шпилить печенюшки и чаёшки. И всем приятного просмотра, всем удачи. Ну, ребят, у нас первое оружие, это G22. Мы играем со всех оружий, каждую карту по одной оружию, ребят. Я решил так сделать, поэтому просто давайте, ребят, начинаем. Так, уже я на... Так, там. Уже я в тёмке, поэтому проверяем. Минус 1. Идём. Тоже нацелен. Где второй? Ой, еще третий. Минус 1. Ребят, мы выиграли катку и давайте приступим к следующему оружию. Следующее оружие у нас P350. Ребят, ну это мое такое любимое оружие, можно сказать. Я с него хорошо играю, поэтому давайте сейчас выйдем на мид. Просто будет сейчас раздавать. Минус 1. Постоял. Так. Он был... Ребят, короче, мы выиграли катку. И он сейчас пока что неплохо идет у нас. Теперь у нас на очереди Т9. Вот, ребят. Вот так. Так, я уже на Б, поэтому... Опа. Один там на Б. Блин, самый худший килл. Хотя это даже не килл не был. Убил. Ребят, катка выиграна, и все. Это изи катка, давайте. Что ли, уже начинаем, и Дио у нас на очереди. Ну, это тоже такое. Я тоже с него хорошо убиваю, поэтому давайте... Приступим. Так, давайте выходим на мид. Мне пока за 3 раунда 0 смертей. Потому что я везунчик, может быть. Дело как раз убивает. Пожалуйста. Нет. Уходим. Минус 1. Короче, меня зажали и убили. Первая смерть за раунд. Ну и следующее у нас оружие, это идет фаг. Думаю, такое же неплохое оружие, поэтому можно с ним считать. Идем в темку и... Как вы видим, здесь никого нет, хорошо это слушать. Лежать. Так, то следующий. Бомба заплечена и... Вот это... Заряжаемся. Ну, эта катка изи выбрана просто. На изи. Хорошо. Следующий у нас идет это СМ 110, ну, 1014. Ну, короче, дробаш просто можно так. Давайте, прикольный скин на дробовик, если честно, нравится мне. Ну ладно, давайте сейчас пойдем прям на Б. И минус о нем. Минус о нем. Минус двоих прям, прикиньте, пацаны. Так. Пожалуйста, можно? Блин, ну ладно, все равно катку выгнаю. И у нас следующий идет, по-моему, если не ошибаюсь. А, Юмп, да, я не ошибся. Оу, какой красивый удар. У нас МП7, да. Забывал уже оружие. Девчонки.
пожалуйста, не убей, не дай убить. Какие жадные. Да ладно, я проиграл. Ну, их было трое. Всё. И следующее оружие у нас МП-5. МП-5. Давайте сейчас поиграем, что ли, с него. Может, и зарашим. Так, настреливаем. Какой красивый. Блин, меня убили, ну, ребят. Сейчас мы через мгновение приснемся в первый раунд, что ли. Вот так-то. Ну и следующее оружие у меня P90. P90. Да, ребят, оно такое. Ну, я раньше играл с M16, это мое любимое оружие было. Сейчас у меня калаш. Развалил. Так, ставит бомбу и где остальные? Все, мне санул. Иду, кажется, с тобой тебе помогать. А меня убили. Но его не убили, слава богу. Блин, одна секунда не хватило. И следующее оружие это М40. Ах. Я его, кстати, не очень люблю. Ребят, может быть второй раунд, потому что, ну, я не смогу на всех прямо оружие собрать. Это будет еще и второй раунд. Нет. А, попал. Конечно, не убивают. Ну и следующее оружие это фенфал. Ну, как я мог? Я два раза попал в двух людей. И вообще мои тиммейты просто ничего не делают. АФКшники, блин. Пойдем на А и. А, все, изи. Катка, мы выиграли. И у нас уже. Второе уже, давайте следующее оружие. И это у нас будет, конечно же, АКР. Да, моя любимая. Сейчас выиграем просто на Эйзи. На Эйзи просто. Так, идем рашить Тёмку. Не получается у них пристрелить. Убиваю. А, как я не мог его заметить. Удивление. Вообще нубики. Просто разваливаю. За старание. Так. АВР у меня в руках. Что? Убил. А! Ну ладно. Меня убили. Афукашки. Просто они выиграли раунд. Ну, зато я сделал. Ну, и, ребят, мы перемещаемся в следующую катку. И мне придется сыграть только, если мне не будет хватать на последнее оружие. Это у нас М110, по-моему. Ну, короче, снайперка тоже такая. И я забыл, как я называю. Я хочу за КТ, можно? Не хватит, поэтому просто ничего не покупаем. Если нам не хватает на оружие, мы просто ничего не покупаем тогда. Или просто рашить. Что? Берем и играем без, ну, только с G20, да, и с ножом. Да, ну так-то.
взять оружие, и мы сейчас идем на Б. Развалил. Да, блин, ребят. И да, ребят, нам хватило на это оружие, это последнее оружие. Ну, за этот видос, да. Идем в темку и просто чисто. Блин, не санули. Не сдохли. Ну и, ребят, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки обязательно, и не чтобы не пропускать мои видео, и колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.